Итак, друзья, я снова вас приветствую на своем канале. И сегодня я продемонстрирую вам простейшую систему автокрафта с модом Applet Energistics 2. Я уже показывал крафтовый сервер в моде Applet Energistics первой версии, но система претерпела существенные изменения. И пусть сервер я сейчас показывать не буду, хотя он тоже сохранился, пусть и в сильно измененном виде. Сегодня мы посмотрим простую молекулярную сборку. Итак, что мы имеем на данный момент? Система, диски, все стандартненько так, простенько, но терминалов пара. Главное отличие — это терминал шаблона. То есть здесь мы делаем довольно простую вещь. Для примера мы сначала попробуем перекрафтить утиль сырье в коробке в автоматическом режиме. Что нам для этого потребуется, собственно? А потребуются нам шаблоны. Крафтится они довольно просто. Кварцевое стекло, кристалл истинного кварца, цвета пыли железа. Вроде бы все просто. Так, давайте теперь отсетапим всю систему. Нам понадобится кабель, молекулярный сборщик и пара шин. Экспорт и импорт. Плодить дырки я сделал вот так. Замечу, что сам сборщик канал не потребляет, но канал жрать будут шины. То есть к одной тонкой ветке можно будет подцепить только 4 сборщика таким макаром. Однако, знаете, я все время перестраховываюсь и на сборщике завожу отдельный канал. Я по умолчанию считаю, что каналы таки потребляются. Перестраховка лишней не будет. Итак, систему мы собрали, но пока не настраивали. Что теперь нам понадобится? А теперь нам понадобится записать рецепт на шаблон. Делаем вот так и получаем шаблончик. Теперь систему можно очистить. Так. Я, наверное, разобью туториал по автокрафту в моде Applet Energistics 2 на несколько частей, чтобы не перегружать ваши мозги информацией. Теперь что мы делаем? Мы настраиваем всю систему. Я покажу на примере молекулярного сборщика, то есть мы будем крафтить, а не переплавлять и так далее. Шина экспорта. Она будет переправлять наши предметы в сборщик, поэтому берем кусочек утиля. Не обязательно. Раз, два. Все, экспорт настроен. Импорт. Обратная операция. Шину импорта мы можем не настраивать, нам достаточно, чтобы в ней были карты ускорения, чтобы она быстро забирала результат крафта. В дальнейшем это обеспечит нам меньше геморроя при перестройке системы, то есть мы, допустим, не утиль в коробке хотим перегонять, а там булыжник сжимать или еще какую-нибудь дрянь. Теперь главная фишка. Кладем шаблончик и кладем карты. Вот мы видим, утиль начал поступать в сборщик. Система работает. Можно будет за ней понаблюдать. Вот 540, 531, 522, ну и так далее. То есть он будет делать нашу работу за нас. Я покажу пример большей системы. Вот как раз максимальный размер контроллера 7×7×7. Тут, конечно, проблема с Питаловым, но это я так развлекался. Вот. Как вы видите, утиля тут 308 тысяч. Соответственно, такая система будет более чем нужна, но и молекулярных сборщиков у меня целых 64. Вот они стоят 8 группами по 4 штуки, соврал, все-таки 32. Это шин там по 64. Ничего страшного. Вообще у меня работают 3 карьера. А система обрабатывает все, что с них поступает. Мусор перерабатывает в утиль, хотя булыжник уже 550 тысяч скопилось, ну ладно. Об этих системах мы поговорим позднее. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте свои пальцы вверх, обсуждайте, комментируйте, предлагайте идеи и так далее. Ну а пока. Пока.